нуля до Лиги чемпионов за 12 лет. Я вообще человек-наркоман, только наркотик у меня свой. У меня наркотик работает. Простой деревенский парень, ставший лучшим футбольным управленцем Беларуси. Я считаю Толю Капского лучшим менеджером в Европе. Жесткий и требовательный. Я его иногда просто ненавидел, не хотел с ним ни сидеть, ни здороваться. Но в то же время, как я сейчас понимаю и уже понимаю последние 10 лет, надежнее его не было никого. Он любил очень, чтобы была вот белая полоса, потом пусть черная, но серости он не хотел в своей жизни. Но в то же время справедливый и заботливый. Пока я здесь, пока у меня есть силы, я за эту команду горло перегрызу кому-то. Энтузиаст, мечтатель, глубоко верующий человек. Бабушке по 70-80 лет говорили: передай, отец Андрей, Анатоличу, что мы всей деревней молимся за него и за команду. Те испытания, которые на него свалились, я не знаю никого, кто бы их вот так прошел.